Пошли циферки? Да. Все. Секунда, видимо. Упражнение для будущих летчиков. Значит, смотрите, чтобы руки были видны, да? Угу. Ладонь, ребро, кулак. Ладонь, ребро, кулак. Ладонь, ребро, кулак. И делать потом быстро, в течение одной минуты. Умничка, у тебя быстро получается. Молодец. Но только губами не надо шевелить. Не нервничай, ладно? Ладонь, ребро, кулак. Ладонь, ребро, кулак. А потом побыстрее пошел. Но четко ты должен. Не вот так руками. Смотри, не так вот туда, в сторону. Ладонь, ребро на одном месте. Очень четко. Собрано. Да, вот, отлично. Умница. Немножко сбиваться стал. Но научишься, натренируешься. Теперь обе руки. Ладонь, ребро, кулак. Ладонь, ребро, кулак. Ладонь, ребро, кулак. Молодец, хорошо. И побыстрее пошли. Четко. Не разбрасывайся руками. Руки вот здесь, да. Умничка. И вот так по одной минуте. Следующее упражнение. В перекрестие нос и ухо. Я буду делать быстро. Между ними хлопок. Значит, ты можешь пока не успевать, да? Вот это упражнение. Следующее упражнение. Коза, кулак. Потом меняем. Коза, кулак. Коза, кулак. Не просто. Видишь, коза, кулак. Коза, кулак. Одновременно должны, да? Видишь, пальчики? Научишься. Вопрос только тренировки. Может быть, неделя-две пройдет, и ты всему научишься. И такое же упражнение, только будет Виктория. Вот это Виктория, буква вот эта. В, Виктория означает. Ну, все говорят, о, там футболисты, да, видел, наверное. Ура, там вот Виктория, победа. Виктория – это победа. Вот коза, Виктория, да, одновременно. Меняешь коза, Виктория. Это надо делать быстро. Я мало тренированная. Я не собираюсь в летчики, да? Но у меня все-таки мышечно-мозговые связи работают. И у тебя уже работают. Вопрос только тренировки. Вот это каждое упражнение нужно делать по одной минуте. Понял? Купите ему эти песочные часы. Есть. Вот, по одной минуте. И вы знаете, у него настолько будут хорошие мышечно-мозговые связи. Право-лево полушарие будет так взаимодействовать. Это нужно и пожилым людям, чтобы не было болезни Альцгеймера, чтобы не было старчества слабоумия, понимаете? А уж детям, у них потом память хорошая. Они учатся хорошо, понимаете? Так, ну пока выключим. Проверим, что у нас.